зовут? Что за день сегодня, расскажи. День рождения у Давида, моего сыночка. У меня тоже праздник. У меня тоже праздник. А слово Давида? Маленького. Мамка Давида будет давать денег, конечно. Сегодня. Сегодня день рождения маленького Давида. Он тебе Лукаса давать денег? Да. Лукаса раз. Мне поцелован тобой не Лукаса, а еще не будет давать денег. И не Давида будет давать. Он такие пасы гора. Не посадил? Ой, привет! О! О! Нет, это ты так нажимаешь. Распутил случайно. Зайчик! Меня приелся золотый зайчик. У меня золотый зайчик. Мама, у меня есть золотый зайчик, милый. Появился. Ты сам их делаешь. Эрик, ты сам зайчик, может? Ну, сами они здесь приезжают. Я сам их приезжаю. А, это они хотят мою дуэль кушать. Эй, датики, хотите в мой домик? Ну, хотите. Давидушка! Привет! Смотри, стрелочки. Куда показывают стрелочки? Смотри. О, Давид. Держи, тяни на себя. Тяни сильно на себя, тяни на себя. Тяни сильно на себя. Давид, помогу. Держи. Убирай эту херню. Смотри, я тебе помогу. Держи. Ничего не вышло. Надо было смазать. Вау, кроссовки! Погоняй, погоняй! Почему здесь кроссовки навсегда? Фотки Монио Маквина. Длина бывает? Погоняй, погоняй! Да.
самый зайку зовут сюда. Который здесь майку зовут, здесь майку. И там тут и зовут, когда зайк. А я пойти на зайки. Папа, как мне пойти? Ну его надо надуть другим газом. Полететь. Да. Я хочу. Каким газом? Какие у тебя босоножки, покажешь? Йоу. Маквин? Давидик, ты Маквин? Не. Не, ты Давидик? Не. А кто ты? Не. Ты не? Не. 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 Не скажи, как дела твои. Власть, планшеты, сколько можно уже? Какие мама тебе кроссовки подарила? Да? Круто. Давид, днем рождения. Оп. Днем рождения, Маквин. Кроссовки. Привет, Маквин. Тебе подарили кроссовки классные. Кроссовки с Маквином и босоножки.